Окрестности Северодвинска изучили охотники. Напомним, накануне в 3 километрах от города северодвинец повстречал косолапого. Он переходил дорогу, когда дачник ехал в СНТ «Уйма». Минувший вечер и сегодняшнее утро двое охотников из северодвинского лесничества изучали следы зверя. Живой слоё направляется вот сюда, в сторону дороги Северодвинск-Нина. Такой маршрут проделали охотники северодвинского лесничества минувшим вечером. Обход показал, животное покинуло окрестности города. Чтобы обезопасить горожан от встречи с медведем, сегодня утром провели повторный выезд. В этот раз они не пошли ни по следам, они просто подъехали к проходной СНТ «Уйма» и обошли все СНТ по периметру. Рядом с границами СНТ следов медведя не обнаружено. То есть можно сделать вывод, что он шел в другом направлении. Охотники еще раз напоминают северодвинцам при встрече с медведем соблюдать спокойствие, а о месте встречи с лохматым немедленно сообщить лесничество по номеру 56-72-25.